Что ж, всем привет. Сегодня у нас манга о моем перерождении в слизь. Или в оригинале. Манга в твердом переплете содержит в себе первые и вторые оригинальные тома, а мне будет, соответственно, по два тома в книге. Твердый переплет, суперобложка отсутствует вместе с ней, вторая обложка, издание потеряны. Перевод, к переводу нареканий никаких. Все хорошо. За исключением того, что в некоторых моментах есть русские пословицы. Непонятно, для чего они были вставлены. Фантастика, обычный исекай, история о попаданце. Все как всегда, человек умирает. В нашем мире перерождается в магическом, волшебном, приобретая невероятные способности, становясь имбой буквально-таки. Главный герой перерождается слизью и приобретает две суперспособности. Первое. При поедании чего-либо получает способности этого. И второе – это голосовой помощник, который знает все обо всем. Из примечательного на форзацах вынесены смешные истории. Смешные истории на форзацах. Также из дополнительных материалов присутствуют дополнительные иллюстрации и вставки с ранобы, так называемые записи дракона Вильдора. Итак, в общем и в целом, это стандартный исекай. Стандартный и эталонный исекай, так как манга создается по оригиналу, по первоисточнику, там ранобы или новелла, я не помню уже точно. При монтаже я уже где-нибудь тут вот вам вставлю, что было все-таки оригиналом. Дальше. Собственно, начало, как и у всех обычных истекаев. Грузовик сбил, но человек с ножом зарезал, и другой мир. Не хватает, разумеется, каких-то интересных фактов о главном герое при его первой жизни, так скажем. Почему эталон? Также еще можно к этому отнести то, что оригинал все тот же, он уже закончен. Манга, я насколько помню, примерно на процентов 40-35 сделана. Вот, как-то так. По качеству никаких, в принципе, нареканий нет, за исключением того, что качество бумаги самой и переплета ниже, чем у изданий Азбуки, Excel Media или History Comics. Печатаются они, если что, там же, где и Фабрика комиксов, 420 страничек, но это я уже говорил, да. Из минусов, опять же, нет суперобложки, а вместе с ним второй обложки оригинальных томов. Вот. Ну, собственно, как-то так, наверное. Всем спасибо за просмотр, всем пока и удачи!